Я так плакала, мамочка миленькая, я хочу домой, мамочка миленькая. Взяли, написали, а что написали, я до сих пор не знаю. Шпионы, шпионы. Что это не знала, я не чула никогда. И он мне сказал, обвиняетесь. В шпионаже. В шпионаже, да-да-да-да, во-во-во-во. Я думаю, я... ну. А на следствие, когда было следствие, били. Били? Били. А за что били, не знаю. Я сидела в тюрьме в Могилеве. Потом меня осудили. Но я не видела суда, ничего. Только пришли и сказали, что вы осуждены на 10 лет. Я отработала там 10 лет на камнях. Там такие скалы здоровые, горы большие, камни это. Там рвут, а мы такие, как я, на носилке и носим поезду. Ходим на пекарню. Что пекарня топится, значит, хлеба дадут. Пекарня не топится, значит, хлеба нема. На ногах ничего, а ножки. И меня забрали опять и сослали на 5 годов в Красноярский край, Абан. И я там отбывала 5 лет. Я все пережила, все на свете пережила. Домой хотела, думаю, маме расскажу, за что-то я сидела.